Как научить собаку смотреть в глаза? Нулевая собака, толком даже, ну, ни разу не работали над этим упражнением. Можно учить собаку в позиции сидя, лежа, возле левой ноги, перед вами, между ног, с правой стороны. То есть, начинаем с простого всегда. Собаку садим перед собой, если собака маленькая, лучше присесть к собаке. Берем собаку перед собой, фиксируем, разворачиваем. Перед собой в позицию сидя зафиксировали, сами присели, собака сидит, даем. Накармливаем в этой позиции, даем собаке понять, никуда не уходи и ешь. Поводочек можно отпустить, можно даже на него где-то наступить, чтобы руки свои от него освободить. Накармливаем и видим, собака сидит, никуда не торопится. Следующую порцию даем понюхать и руку перед собой поднимаем. Жди. Да, молодец. Можно руку, когда стоим, держать даже вот здесь. Да. Подсказка может быть запахом еды или звуком. Можно одновременно подсказывать и запахом, и звуком. Отлично. Да, молодец. Присели к такой собаке маленькой, чтобы не быть высоко, не быть далеко. Если видим, что прогресс в обучении опережает те упражнения, которые мы хотим ему предъявить, и он справляется очень быстро, тогда последовательность можно в упражнениях не соблюдать, можно идти дальше, сразу же. Вот над этим можно уже не работать. Он справляется, вот он сидит, он никуда не прыгает, не уходит. Он даже смотрит длительно, когда я ничего ему не говорю. Тогда я руки отсюда убираю и пробую ему подсказать, не на руку смотри, а в лицо. Подсказка будет звуком. Руки развожу в стороны, даю понять, что здесь есть. Да, и отдаю. Привлек внимание звуком, он посмотрел в лицо и еду получил с любой руки. Если он ждет всегда с правой и лезет всегда в правую, или и смотрит постоянно на правую, я буду давать ему с левой. Да. Неожиданно для него я дал ему с левой. Я не должен собаку зацикливать на одну руку. Если он начнет торопиться прыгать на меня, я возьму поводок и скорректирую это, пока он сидит. Отвлекся, сразу отбегаю, фыркать начал, отвлекся на что-то. Отбегаю с едой, кормлю, возвращаюсь к легким упражнениям. Даю ему понять, бегаем, едим. Бегаем, едим, ни на кого не лаем. Бегаем, вот сюда бежим, вот сюда. Легкие упражнения, молодец. И снова возвращаемся к тому, над чем работали. Он перестал лаять, допустим, перестал отвлекаться на что-то, там фыркал, слышит что-то. Поэтому берем, возвращаемся к этому упражнению, снова садим его. Сидеть. Желательно перед собой. Давай, 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 давай. Ровно высадили. И снова работаем. Да, молодец. Одна секунда и угощаем. Да, хорошо. Еще одна подсказка и все. Да. Все, не подсказываем, руки разводим, ждем, когда сделаем сам. Можно здесь натянуть поводок. Смотрите, он прекратил работать, отвлекся, начал лаять. Не предъявляем ему это упражнение. Прекращаем сразу это упражнение. Отвлекаем на игру или играем с едой. Нам не нужно, чтобы он лаял. Он что-то услышал, начал лаять. Не надо требовать. Делай, делай, делай. Это неправильно. Ситуация изменилась. Он где-то что-то услышал, начал лаять. Мы просто к этому упражнению вернемся, когда отвлечение будет минимум. Вот. Можно предложить ему делать что-то, ну, докормить собаку, если осталось чуть-чуть. Просто, чтобы побегал. Сюда, малыш, сюда. Видим, что он стал спокойнее, не так активно бегает за рукой, потому что он уже подустал в занятии. Можно скормить ему еду, которая осталась, и закончить занятие. Вот так.